На одном из приемов населения к депутату Совета депутатов Ленинского района Олегу Федорову обратились жители дома 1 по Жуковскому проезду. Они просили разобраться в сложившейся ситуации в парке Сосенки, который находится непосредственно у их дома. Все дело в том, что на гаражах, которые соседствуют с парком, уже не первый год изображены нелицеприятные картины. Они просто пестрят нецензурной лексикой. Учитывая, что сам парк достаточно хорошо благоустроен, наблюдать это безобразие люди не намерены. Это портит у нас вид. Перед этим у нас было хорошо покрашено паровозики, красиво было. А сейчас испортили все почему-то. Парк Сосенки с каждым годом преображается. Недавно здесь была установлена современная детская площадка с прорезиненным покрытием. Каждый год в Сосенках высаживаются красочные цветочные клумбы. Хорошо здесь следят и за чистотой, но неприемлемые слова на гаражах портят весь вид. Закрасить надписи неэффективно. Есть вероятность, что вандалы снова их напишут. Решение депутат этого округа видит в росписи гаражей граффити рисунками. Я думаю, это огромный фронт работы для тех, кто увлекается, да, именно этой росписью. Единственное, просто найти как бы источник финансирования, да, чтобы помочь ребятам купить там, не знаю, краску, баллончики, да, составить какие-то макеты определенные, которые были бы красивые, не знаю, там леса, поля, луга, благо природа России этому способствует. Хороший пример, как можно облагородить что-то неприглядное, сгоревшее рядом с парком — автосервис. Его хозяева закрыли баннерами с изображениями символов 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Еще одно место, которое требует реконструкции, это голубятня на Жуковском проезде. Ее также давно пора привести в надлежащий вид. А в целом парк людям нравится. Красивый, конечно. Парк у нас красивый. Единственное, чего не хватает местным жителям, это спортивные площадки для подростков и заасфальтированной дорожки в одном месте сквера. Со временем люди протоптали здесь тропинку, но после дождя из-за грязи по ней невозможно ходить. Поэтому горожане просят продлить тротуарную плитку. Не будешь же кругом обходить, а все идут. Дети все лезут сюда в грязь. А дети все лезут на велосипедах, на самокатах все. Жители надеются, что администрация обратит внимание на все эти проблемы, и вскоре парк Сосенки станет еще красивее. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.